Осенью в Ульяновской области к борьбе с шелкопрядом привлекут волонтеров и неравнодушных людей. Сейчас это происходит силами лесничества, арендаторов и Министерства природы. Сбор яйцекладок планируется в 10 районах региона. На следующий год мы уже готовим заявку в Рослесхоз на финансирование для проведения мониторинга на территории Государственного лесного фонда. И также прошу глав муниципальных образований, где на сегодняшний день зафиксирована вспышка, предусмотреть финансирование при формировании бюджета на следующий год. Сегодня завершается обследование всех муниципальных образований, где зафиксированы очаги непарного шелкопряда. После подсчета яйцекладок специалисты определят лесничество и площадь очагов распространения. Затем будут даны рекомендации о методах борьбы с вредителем на конкретной территории в следующем году.